Мурманск, привет. Короче, я почти все отскрабила. Сейчас чуть-чуть осталось. У меня сухая жирная. У нас нет времени ходить к косметологу. Короче, все, я сделала. Больше не буду. Сейчас надо все смыть. Сначала грязьку. Это кальция хлорид. А, блин, у меня целый кальций хлорид остался. Сейчас. Так, ладно, не суть. Так, все. Болтушку как-то делала. А что это такое? Так, смываем. Офигеть, у меня кожа красная, все в таких точках. Кожа, кстати, сразу очень мягкая. Так, сори, сейчас я смою все. Так, все, вот я без косметики полностью, только красная, потому что пилинг делала. Так, вот я без косметики. О, короче, теперь делаем маску. Вот маска. Вроде ее надо сюда. Короче, маска какая-то Gold Magic Mask. Так. Блин, что-то это плохо все идет у меня. Ой! Про бумажное полотенце знаю. Но, блин, мне не нравится бумажным полотенцем, потому что надо специальное, которое мне подходит. Ну, типа, которое мне удобно. Но, блин, его покупать, вот это все ставить некуда.
Так, короче. Так, теперь вот эту штуку надо. О, какая это. Смотрите. Это, короче, все надо смешивать. Кстати, в зеркале не так красно, как на камере. Так. Теперь наносим. Ой, щипит. Ой. Мы, кстати, живем уже в общем доме. Смотрите эфиры, почему. В желтой комнате живем. А еще послезавтра я буду кое-что делать. Угадайте, что послезавтра? Кто угадает, тому скину 500 рублей на карту. Губы, тату, нет. Давайте вот точно напишите, что. Там не просто инъекции. Написать куда, что. О! Лотия Лара, напиши мне в директ. Если у тебя Сбербанк, напиши мне в директ, ты угадала. Тирара, напиши мне. Напиши еще раз, ты услышала? Привет, Яна, кстати. Вы видели, что она написала? Пусть Лотирара напишет. Если она сейчас не напишет, то я нового победителя выберу. Лотиара, напиши мне. Ну, короче, в директ напиши мне. Короче, да, я буду делать сиськи. Наконец-то.
давно уже решилась, просто ждала, когда же смогу уже сделать. Я крашу тенями. Карандаш Art Deco. Кстати, расскажите, что это за пигменты Крыгина? Я что-то вообще не знаю, Ян. Я просто не понимаю, это какие-то эти, как краски выставляешь, я не понимаю, что это такое. У меня опухоль в груди, ребят. Мне надо удалять ее. Я посмотрела, кто первый написал. Я прям следила. Написала первая другая девочка. Леша не против. Фиброаденома. Доброкачественная опухоль. Это сюда, маски сюда. Фиброаденома, доброкачественная опухоль. Теперь мне ждать, пока маска высохнет. Давайте посидим. Ой, все штаны в каком-то дерьме. Блин, вот даже сейчас посмотрю. Вот, сейчас смотрю. Нет, вот, Лоти и Лара написала первая, ребят. После нее написала Даша Казадерова. После Даши Казадеровой написала... Диана какая-то Астахова, так что нет, я все правильно сделала. Ой. Нет, я посмотрела все, ребят, и прям заскринила. А в смысле, Лёша разрешил, это мои деньги. А я не хочу быть модной. Я хочу носить платье и купальники. У меня расстояние между грудью большое, я хочу его убрать. Ресницы 2D, 3D смешанные. Да, из-за груди надо было все обследования сделать.
2D, 3D, 2D, 3D. У Юли Белой нет прыщей. Я скину той девочке, напишу, если она не ответит, я заскринила, кто вторая написала, я ей скину. Блин, какая-то вторая, сейчас посмотрю. Еще раз. У меня положительный ребус крови, кстати, Ян. Вот. Даша Казадерова была вторая. Ребят, сообщения могут не все доходить. Я не знаю, что за ребус крови. У меня, короче, ребус крови, я не знаю, что такое. Я не знаю. Блин, скорее бы она засохла. В смысле, косметику не смывать. Я не говорю ребус. Резус. Хотите, я вам фоточки покажу? Смотрите. Скоро будет эфир. Фирма Essence. Так надо тонну маски. Там написано. Нет, никогда не воспалялся из-за прессинга. Губы чуть-чуть подкачаны. Но вообще операция моя стоит 400 тысяч, как я поняла. Нет, ничего не болело, просто хотела сделать сиськи, и хирург потрогал, говорит, у тебя какие-то образования, а я не обращала на них внимания, думала, у всех девочек так. Ну, держать, пока не засохнет, 25 минут вроде, 30. Ну, губы так больновато колоть. Нет, кошечки. Смотрите, как я делаю. Весь день так делаю. Где я, блядь, ною, что у меня денег нет? Вы что, больны? Вот вообще, блин, прошлогодняя новость. Я это говорила в октябре. У вас не все с головой, походу, в порядке. Кошка в церкви. Нос, ну так себе, не очень больно.
Я не курю. Смеяться не могу. Классно я делаю. Я вообще-то не курю, у меня сигарет плохо, слава богу, я на эту херню деньги не трачу. Нет, не умею мурчать. Не знаю, получилось, не знаю, слышали, нет? Я умею гавкать, но я не буду, я всех испугаю. Я не курила раньше. Мне плохо сигареты, могу фоткаться с ними, типа ради понта, раньше фоткалась. Но у меня начинает кружиться голова, начинает тошнить от сигарет. Я тоже ела шашлыки, потом пошла делать маску. Я очень люблю Лёшу. Я не слежу за тем, кто курит. Мне мало процентов, не могу встать, я на зарядку поставила. Кстати, ко всем врачам, к которым я ходила, никто не знает, что я с дома 2. Они не смотрят такое, не работают. Спасибо, Мадалина, мне очень приятно. Лёша шашлыки кушает. Посоветую почитать. 11 минут. Не знаю, когда уйти. С какой Анюткой? Все вообще взяли, что Леха бухает? Какие помидоры? Вообще о чем? Не, блядь. Какой Анютой? В чем? Кто такая Анюта? Чего вы несете? Нет, но я думаю, если мне когда-то дойдут до такого отношения, то могу разлюбить, наверное, не знаю. Грудь будет третьего, где-то 3,5-4. Чего вы взяли, что он с Брянской бухает? Да, ебёт.
Не, я не пью такой препарат. Мне 19. Мой вот, это все мой цвет. Увлажняющее. Маска, нет, не высохла, хорошо. Сколько я веду уже прямой эфир? 43 минуты. Ладно, ребят, всем пока. Слишком долго я веду прямой эфир.